Леонардо да Винчи расписывал фреску. Эта тайная вечеря фреска была, но закончить не мог по причине он веской. Никакая модель ему не подошла. Стал искать он натурщиков для воплощения в Иисусе добра, а в предателе зла. Но художник не знал, принимая решение, это невероятная трудность была. Глядя пристально в лица случайных прохожих, Леонардо все больше надежду терял. Но однажды на пенье церковного хора в юном певчем он образ Христа увидал. И художник свою, пригласив в мастерскую, сделал несколько ярких набросков с него. Скоро фреску дополнил портретный рисунок, где Спаситель был выписан точно живой. Но другого натурщика, как ни старался, отыскать Леонардо 3 года не мог. Незаконченным образ Иуды остался, кардинал торопил и давно вышел срок. Но художник искал его не для забавы, по трущобам и по захолустьям ходил. И однажды увидел он в сточной канаве человека, чей образ ему подходил. Он валялся оборванный, пьяный, заблудный. Леонардо помощников тут же позвал. И как времени не было делать этюды, отвезти его прямо в собор приказал. Он выписывал кистью, искусно касаясь все пороки, какими натурщик дышал. Себялюбие, злобу, гордыню и зависть, и на фреске натурщик себя вдруг узнал. Протрезвев, фреску взглядом окинув, он воскликнул с тоской и испугом в глазах: «Я однажды уже видел эту картину, это было примерно 3 года назад». И спросил Леонардо, как это возможно, и натурщик вздохнул: «Я был счастлив тогда, помню, в храме я пел, и какой-то художник написал с меня образ Иисуса Христа».